Добрый вечер, друзья. Сегодня маленько припозднился, уже темнеть начинает. Пока там капканы Петя проверял, да, с работы сегодня поздновато. Но смотрите, видите, на луже опять вода появляется, плюс 9. Ну, осталась последняя петля. И как я уже издалека увидел, что-то рыженькое есть. Ох, красавица. О, красавица. Очень красивая лисичка. Попалась она тоже 100%. Как раз как положено. Надеюсь, она у меня не позеленела. Ну, сейчас ночью обещают все-таки опять минус 5. Так что снимать буду утром. С лисами это не так, как с койотами. У них жира нет, они спокойно могут при маленькой плюсовой еще и повисеть. Попалась она рядом, опять же, как видели, вон вышка. Ходила, наверное, теленок кушать. Ну ладно, хорошо, будем отцеплять ее и пойдем потихоньку домой. Ладно, всего хорошего и до новых встреч. До свидания.